Так, начинаем отливку свинцом мужчины Ивана. От злого колдовства, проклятия, заклятий по жизни, по роду, сглазов, пор, чужих злых пожеланий, лиарв, бесов, сущностей, эгрегоров несчастья, болезней, крадников, подкрадников, рассорников, злых воздействий, перекладов болезни, перекладов несчастья, перекладов судьбы, перекладов бесов, родовых бесов. Свинец заговоренный лежал на фотографии Ивана. Сутки впитал весь возможный негатив. Батюшка свинец, помоги очистить Ивана. Силы неба, силы земли, силы огня, силы воды, помогите очистить Ивана. Силы ночи, силы луны, заберите весь негатив и очисти Ивана полностью. Силы четырех ветров. Батюшка, северный ветер, помоги очистить Ивана. Батюшка, южный ветер, помоги очистить Ивана. Батюшка, западный ветер, помоги очистить Ивана. Батюшка, восточный ветер, помоги очистить Ивана. Какой ветер будет другом его? Два ветра отзываются. Северный и западный. Северный и западный. Хорошо, видимо, Иван не так прост. Когда два ветра, это означает непростой человек. Давайте посмотрим узоры на свинце. Здесь мы можем увидеть лица людей или сущностей, которые влияли или влияют на Ивана. Но здесь прямо змея. Змея исходит от женщины. Женщина в возрасте. Змея идет левую сторону, вообще отсекает женскую. Просто, просто вот видите, левая сторона закрыта. То есть женщина — это запрет. Исходит снизу, кусает в пах. И идет левую сторону, вообще блокирует и кусает в горло и в голову. Да, вот такое колдовство, блокирующее вообще какие-то, возможно, взаимоотношения с женщинами. На шее удавка. Здесь женщина помоложе накинула ее. На груди печать недобрая. Мертвая сущность, мертвый мужчина на правом плече. Правая сторона еще более-менее, хотя тоже есть на руке какой-то браслет. Дальше... Внизу живота здесь что-то рептилоидное, тоже здесь прямо как клубок каких-то змей. И на ногах что-то, да, вот какие-то такие, как детские сандалики. На взрослом мужчине детские сандалики. Их тоже кто-то одел. Женщина, похоже, которая уже ушла из этого мира. Батюшка, свинец, помоги очистить Ивана. Берем щепотку заговоренной соли, бросаем в огонь. Батюшка, огонь, сожги весь негатив. Крадники, подкрадники, рассорники, злые воздействия, переклады болезни, несчастья, переклады судьбы, мороки, оморочки, блокировки. Сними с Ивана, верни тем, кто желал ему зла. Берем щепотку заговоренной муки, чтобы принести поток благосостояния, благополучия, удачи, финансовый, денежный, поток счастья, радости, любви в жизни, в энергетике Ивана. Берем три щепотки заговоренной соли, бросаем в чашу с водой. Матушка, вода, омой, очисти с ними все злое колдовство. Фотография Ивана лежит здесь, под этой чашей. Голова строго северная, где юг, запад, восток. Матушка, вода, помоги. Берем щепотку соли, бросаем в свинец. Батюшка, свинец, помоги. Пройдемся по прошлому Ивана, соберем проклятие по жизни, по роду, сглазы, порчи, заговоры, наговоры, злое черное колдовство, злые колдовские шепотки, крадники, подкрадники, ведьмские мешочки, рассорники, привязки, завязки, привороты, навороты, окормы, опои, печати, знаки, метки от людей, от сущностей, которые могут притягивать жизнь Ивана, проблемы, неприятности, болезни, чужие злые пожелания, злые слова, косые взгляды, злые мысли, программа от эгрегоров, от людей, жадность, чужую злобу, зависть, переклады болезни, переклады несчастья, переклады судьбы, переклады бесов, родовые бесы, от эгрегоров болезни, бедности, несчастья, одиночества, безденежья, всех лярв, бесов, подселенцев, подключенцев, инсектоидных, рептилоидных, демонических, некротических, бесовских сущностей. Небо над Иваном откроем, землю, ноги очистим. Будущее Ивана моем очистим, настоящее время здесь сейчас. Пройдемся по роду матери, соберем проклятие, заклятие. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое поколение. По роду отца. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое поколение. Батюшка, свинец, помоги. Ох, тут смотрите, сколько дряни прям всплыло. Небо над Иваном откроем. С головы морок снимем колдовскую. Ошейник, программирующий шеи. Путы с рук, оковы с ног. Землю очистим. Руки, сердце, злые слова, злые пожелания. Черноту все, желудок, ноги, пах. Восьмерочкой прямо вот эту густую, липкую, колдовскую дрянь собираем. То, что накопилось на Иване. От всего плохого и злого отливаем. Так, над головой эгрегор какой-то висит. Такой жесткий. Голова прямо как в шлеме. Просто блокировано в основном все. Опять же, левая сторона блокирована, женская. Полностью. И желудка энергия откачивается. Под ногами камни мертвенные. Змеи. Снимаем это все. Убираем. Давайте посмотрим, что свинец вытащил из энергетического тела Ивана. Что достал, что забрал, что очистил. Смотрим. Здесь навешано
на Иване мертвечины, как блох на коте. Ох, черные камни. Шея, голова прямо, макушечка-то перекрыта прямо, колпачок такой ему одели. Сердце, в желудок иглу воткнули. Здесь игл полно, то есть здесь вообще все суставы похожи. Печень, по позвоночнику, поясница, пах, коленки, стопы, руки, ноги. То есть здесь его слоями его бомбили. Видите, иглы втыкали, куклу или фотографии. Корень рода, вот он, закрыт, видите, вот, мертвой энергии. То есть вот прямо, прямо сразу опущен вот в кладбищенскую землю. То есть кто-то его примораживал. Не то чтобы по здоровью, но здесь смотрим. Видите, левая часть труд матери более-менее. По отцу карма дрянь. По здоровью, по отношениям, по сердцу, по удаче все дрянь. Разделено мужское и женское, развалено. Родственница какая-то колдует, крепко колдует. Еще раз, два, две женщины и двое мужчин. И так вот, видите, вот в принципе, вот все он как будто в землю врос. То есть вот он в могилу, как знаете, вот богатыри, в могилу он уже врос по пояс. Просто по пояс. Сидит там в этой земле, и вот эта могильная энергия, она его как мохом она брос, как камень старый. Все это снимаем, выдираем всю эту дрянь. Отключаем, все возвращаем. Голову, шею, сердце, желудок, иглы все эти, вон из живота, из низа живота, из позвоночника, камни, всю эту дрянь убираем. Теперь надо вызвать образ Ивана, прокачать потоками силы земли и силы неба. И, конечно, поставить защиту. Все драгоценное, нужно действовать.